сейчас пухляк поет. И где-то гнездится будет. Вот и пернатый подзащитный. Орнитолог Алексей Эбель, фотографы, натуралисты и просто неравнодушные барнаульцы утро выходного проводят в парке Юбилейный. Ловят каждый чирик. Я живу совсем в другом районе. Просто место такое, где много птиц, привлекает. Вот так вот просто в тишине не с экскурсией, а в одного погулять. Именно подсолнечника, и здесь и дробленка, и пшено, и все подряд. Это для всех птиц или для каких-то определенных? Все это едят? Все, многие. Все зерноядные покушают. Подкармливают, фотографируют, наслаждаются видами. Но все эти активные жители участвуют в особой миссии. От них в том числе будет зависеть, где в Юбилейном пройдет субботник. Как бы жители местных организовать, я вообще не знаю. Как бы им сказать, что вот гараж твой стоит на территории парка, будь добр, эту территорию парка за своим гаражом убери. Может, написать им всем на гараже или еще что-то сделать, я не знаю. Наводить порядок нужно, но с умом. И задача этих общественников – спасти от зачищающей руки человека нынешние и будущие птичьи дома. Нам нужно найти, вернее, показать на те территории, где парк не надо чистить. Потому что в это время здесь будет гнездиться уже много птиц, уже дрозды будут на гнездах сидеть, зяблики уже будут на гнездах сидеть. То есть конкретно места и конкретно деревья. Как минимум птиц напугает шум, как максимум они могут съехать, чего не хотелось бы. В Юбилейном больше 30 видов пернатых – воробьи, синички, дятлы, рябинники. А если считать всех птиц, которых тут видели, наберется под сотню видов, в том числе и краснокнижных. Ни один барнаульский парк не может с этим конкурировать. Снегирь пикает. Но вот мы не знаем до сих пор, они тут у нас гнездятся или нет. Прямо на наших глазах творится история. Будущие счастливые новоселы, супружеская пара сорок строит свой новый дом. Работа идет слаженно, видимо, часто переезжали. Общественники обещают вернуться сюда еще раз, чтобы внести на карту конкретные деревья с гнездами. Свои рекомендации они направят до майских праздников, когда и запланирован большой субботник. Анастасия Дорога, Николай Шалко, «День с толком».